Агапи – древнегреческое слово с значением божественной любви. Придя о нем, судя о нем, мы непременно снова придем к подножию Голговской жертвенной крови. Случалось, слыша крик, бросались в пламя прохожие, чтобы спасти дитя, Других спасая, люди гибли сами, в огне свою кончину обретя. Но если б знали, кто в огне сгорели, что за спасение нужно жизнь отдать, они бы лишь с сочувствием смотрели, в огонь пошла б, возможно, только мать. Но за чужим пошла в огонь, за пьяным, за постоянно связанным с тюрьмой, рецидивистом, бором хулиганом. Спаси его, но умереть самой. Христос пошел, вошел в огонь страданий, чего не сделает чужая мать. Он шел в Голгофе, зная из Писаний, как трудно там придется умирать. Любовь простая, свойственна всем людям, к родным и как взаимная любовь. Но кто способен, откровенный будем, пролить свою за негодяя кровь. Возможно ли необъятно измерить, кто б мог непостижимое понять, в любовь Христовы нужно просто верить. Любовь Агапе – это благодать. О, если бы любовь, любовь Агапе мы нашей жизнью показать могли, то атеист пред нею снял бы шляпу и поклонился б низко до земли. Аминь.